ректорском садике Казанского федерального университета состоялось открытие второго всероссийского слета студенческих поисковых отрядов. Впервые он организован на базе Казанского университета. Открытие и первый день работы поисковиков пройдут на базе вуза. Со всех уголков России сюда съехались около 150 участников поисковых экспедиций. Это студенты из 22 российских вузов. Сами понимаете, у нас сейчас довольно большие сложности с поисковыми отрядами, в которых ходят дети. А студенчество, это все-таки всю жизнь было такой прогрессивной прослойку общества нашего. Да, и хотелось бы их, как правило, направить в нужное русло, правильно обучить их правильно поисковой работе, чтобы они, их поисковый подход к работе был максимально эффективным. Казань местом проведения второго всероссийского слета выбрана не случайно. Именно здесь, в 1968 году, на базе Казанского федерального университета, был создан первый в России поисковый отряд «Снежный десант», который активно функционирует и на сегодняшний день. Казанский университет был один из зачинателей вот этого движения, которое сейчас родилось в 60-70-е годы. И мы всегда гордились нашими снежными десантами, через которые прошли тысячи наших студентов, и не случайно наш университет был признан лучшим в республике по этой работе, по поисковой работе среди вузов республики Татарстана. После официального открытия студенты отправятся на остров Вертолетный Спасского района Татарстана. Здесь для участников пройдут круглые столы, теоретические и практические занятия, различные мастер-классы и многое другое. Всероссийский слет студентов-поисковиков пройдет до 23 июля. Анна Глазунова, Владислав Михневский, Универньюз.